Украине нужны дальнобойные ракеты «Атак-МС», чтобы иметь возможность эффективно уничтожать цели на сотни километров, в том числе и доставать военные объекты РФ во временно оккупированном Крыму. В то же время в США пока не готовы передавать нам эти ракеты, в том числе из-за опасений, что в таком случае ракет «Атак-МС» не будет хватать уже непосредственно их армии. Вместе с тем одним из обходных путей, который может помочь Украине получить эти дальнобойные ракеты, является попытка закупить эти ракеты у других стран, у которых они есть на вооружении. Среди списка стран, которые могли бы продать «Атак-МС», можно рассматривать ряд действующих операторов этих ракет. Южную Корею, Румынию, Грецию, Турцию, Катар и Бахрейн, а также Польшу, которой США недавно согласовали контракт на 10 миллиардов долларов, в который в частности входят и ракеты «Атак-МС». Если говорить об этом списке, какими бы нереалистичными ни казались бы некоторые из вариантов, то по количеству ракет «Атак-МС» в разных версиях здесь вырисовывается следующая ситуация. Больше всего ракет имеет Южная Корея. 110 ракет М-39 Блок 1А и 111 ракет М-39 Блок 1. Далее идет Бахрейн, 110 ракет М-57 и 30 М-39. Затем Катар, 60 ракет М-57, Румыния, 54 единицы М-57, и Греция и Турция. У них количество ракет неизвестно. Кроме того, еще 100 ракет М-57 имеют Объединенные Арабские Эмираты. Что касается Польши, то эта страна может рассчитывать получить 45 единиц ракет М-57. Также среди потенциальных операторов можно вспомнить Эстонию, Литву, Австралию и Тайвань. Если же из этого списка взять только те ракеты, которые могут бить на 300 километров, то они есть у Южной Кореи, у Бахрейна, у Катара, у Румынии, у Объединенных Арабских Эмиратов и у Турции. Общее количество ракет составляет в районе 500 единиц. В то же время, даже если мы говорим о передаче «Атак-МС» от одной из этих стран, стоит помнить, что для такого плана все равно потребуется разрешение США на передачу вооружения. Поэтому передача «Атак-МС» в конечном итоге будет зависеть от того, насколько администрация Байдена будет готова подвинуть те самые красные линии в передаче дальнобойного вооружения. Спасибо за просмотр. Слава Украине!